Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! У меня грязное какое-то. Вот так лучше. Чё, блин, наелась я всего просто. Какой-то кошмар. Это сплошное переедалово. А, вот. Передали сказать спасибо. Ну, хорошо. Что сказали спасибо? Да, с вещами мы разобрались. Детскими. Все хорошо. Угу. Я поняла. Я съела котлету. Кабачковую икру. Макароны. Салатик. Все, что только могла съесть. Сделала маску себе. Вот сижу довольная. Не, не вреднятину, такую нормальную. Фиолетовые стены. Вот, решила чуть-чуть выйти на этот. Да, я жирная вообще, кошмар. Жирная, страшная, не накрашенная. Если бы я пила сегодня вино, я была бы намного больше довольна. Спасибо. Да я уже все. Чуткая. Ладно, не хочется мне. Да ладно, уж хватит, уже стройная там пошла. Милая. Да не, я просто сачок пью. Привет. 100 лет на 20 лет. С танцами вообще никак. Вик спит, да. Да, наверное, давно спит уже. Как ты приехала вещи забирать, по-моему, она так и спит. Сосок? У меня нет их. Я спрячу, если что. Так, ну ладно. Могу. Ну все. А я не знаю, как на наш район. Я тут вообще не гуляю, если честно. Но вообще тут хорошо, потому что тут есть парк большой. Там можно гулять. Хороший парк, правда. Ну так я не особо здесь. Хоро игнорить. Слушай, я все, я не могу что-то. Я спать хочу, не могу. Завтра пойду. Я хотела вам рассказать одну историю про наследие архитектуры Москвы. Но не сегодня. Завтра пойду и расскажу. Мы когда от тебя ехали сегодня. Чего? Церковь какая-то. Ну да, тогда это проект. В Москве 250 церквей одинаковых построить должны были ребята во всех районах. Ну, я желаю всем спокойной ночи и спасибо за небольшое внимание. Я редко гуляю. В Истре, да, у меня вообще там дача. Подпишись на меня, с тобой про Истру поговорю.